Что там еще Александр делал? Да вот что-то нахожу. С нефтем трахался, что ли. Ну, тут здесь, наверное, сейчас отсюда почитаю. Короче, какой-то он тиран был, блин. Трахал всех подряд. Обрезался. Всех евнух ими делал. Да, он только, ну, он дефестиона любил. Походу, это когда тот помер, тоже с одним ушел. Ой. Там этот вначале вот сам, я так поняла, он рассказывает, как жили эти все, блин, греки, что делали, блин, как рабы были, вот он вот это рассказывает. Типа свою жизнь. Уже тоже, когда девчонка приезжала ко мне, мы же тоже скачали фильм. Ну вот, а он там, короче, именно сделан вот не как фильм, ну, не как вот, а именно целиком. Документальный. Не документальный, а это, с вырезанными сценами, вот это вот. А, ну я в интернете видела. Да, оригинал, и там вообще непонятно, то есть там по книге то его детство, то его это, и вот так вот перекликается, и что-то там вообще идет, блин, почти что 3 или 4 часа, блин, заебешься смотреть. Ну ты сейчас сидела, у тебя, блин, вывалилось, столько ты хотела сказать, какие у тебя сиськи большие стоят. У меня что-то так прям подпирало сказать. Я не виновата. А если он смотрел, ну вот, видишь? Ну знаешь, если я лягу, у меня вообще ничего не будет, начнем с этого. Я буду как это, доска. Ну не доска, блин. Доска видок будет, блядь, на то пузо. Ты что? У литка там и в стоячем положении ничего нет. А уж если она ляжет, так это мальчик будет. Соски только. Ублюдочки. Пьяни, блядь. Шпикачки торчат. Какие-то шпикачки. Ну ладно, изюминки. Прыщи. Угри, блядь. Наросты. Ой, блин. Ох. Какое сегодня шоу интересное будет? Анимашьон! Апштейн! Апштейн, das ist fantastisch! Я! Jawohl! Das Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Scheiße. Necessito. Ja, Kaffee. Я так не поняла, это меня звали когда-то, на самом деле какая-то Мария там еще была. Не знаю, мне срать, если петух этот был в Буде. Вудпекер, блин. Что? Не могу. У меня и нос такой. Ему надо было, господи, как его зовут-то? Джеральд какой-то, что ли? Джеральд, по-моему. Ну, короче, петух. Вуди. Что-то я замерзла как-то. Я напрягилась. Может, еще пивка сходить вечером взять? Я могу сходить взять, мне там осталось сколько-то. Ой, не хочу, что-то я выпил. Неохота. Можешь себе взять. Ну ладно. Я сачку возьму себе. Сочку. Сочку.
Джус. Когда же навестить Александр приходил к Гефестион, я поспешно удалялся еще до его появления, а то меня прижал какой-то перетаск.